Ну что ж, сервер MVSense, вот давно в линейку не играл. Опять вернулся. Конечно, на официалках, наверное, уже никогда не буду играть. Это сервер MVSense Diamond X1. Класс, вот Вестник войны. Вроде все как обычно, но очень сочные новогодние акции были, я хочу показать. Прям очень много. То есть, чтобы вы понимали, у меня кольцо острова Ада плюс 4. То есть я его даже в руках никогда не держал. Кольцо острова Ада. Тут сразу плюс 4. Ветви древа жизни заточил на плюс 5. Ну и первое выбил с особого создания. За печати Герана. Сколько у меня там печати Герана? 5090. Ну нормально. Чтобы вы размах понимали, сейчас я покажу, сколько там всего дали. Я даже не все сундуки еще открыл. Там, по-моему, то ли по 3000 сундуков давали. Ну, чтобы вы понимали, вот у меня улучшенный синий сундук 776. Это при том, что я еще их открывал. То есть это у меня осталось 776. И из них там кольца ада, печати Герана выпадают. Точки на А, ну вот я как раз А заточил за счет точек. У меня полностью сет кристалла тьмы. Правда, он вроде, ну как он, сет не дает никаких бонусов, но все шмотки это кристалла тьмы. Это, то есть я еще даже не все заюзал, мне просто лень было прожимать. Я даже еще не все сундуки пооткрывал. Вот точек у меня до хрена поупадало. Я молчу про расходники. Так, где тут собрать? Там, по-моему, три вида сундуков дали по 3000 сундуков каждого. То есть я аж охренел, когда я, по-моему, 1 января с утра чекнул. И эль монет, по-моему, 200к дали. То есть у меня было там несколько тысяч. А я смотрю, 1 января у меня там 200к с лишним. То есть где-то 200к эль монет дали еще. Я, получается, зря покупал вот этот даже стартовый набор. Если бы знал, сколько дадут на Новый год, то ничего бы не покупал. Это я еще не все прожал. То есть у меня вот тут 18 талисманов Евы и так далее. Символ фатальности передаваемый выбил. Третья подвеска Инхасад. Так, в принципе, ничего такого примечательного. Мана проблема, мана проседает. У меня шестой гатион прочела. Ева, мне кажется, третья. Сейчас немного позвольте, я вообще Круму сейчас фармил. Меня вот покашляли 5 минут назад в Круме. Вообще давно не играл. Всемирная торговля раньше не было. То есть это какая-то новая фича в Lineage. Раньше я такого не видел, всемирной торговли. Ты, получается, тебе не надо, как раньше, в городе сидеть, а ты можешь прям сюда выставлять, как я понял. И за свободные монеты продавать. Ну, свободные монеты это, ясно, донатные монеты этого сервера. Так, там меня покашнули слева, пойдем справа встанем. Не знаю, где лучше стоять, потому что в долине безмолвия очень много игроков. А даже еще я не знаю, где встать. Ну вот, решил в башне группы Крум остановиться. Что у нас тут водой? А, ну у меня вода стоит. Качать можно. То есть MVSense очень одарил, я вот третью брошь заточил, правда, от нее смысла немного. Что первое, что третье, только 4 слота дает. Сейчас, кстати, чекну символ фатальности. Он 10 лямов стоил примерно. А. Блять. Обновляли всю эту систему. По-моему, вот этот чел символ фатальности уже месяц продает, а продать не может, лол. Ну или сколько?
Неделю. Да, символ фатальности 10 стоит. Я не уверен, что это правда информация адекватная, своевременная. Но, наверное, потом продам. Я не считаю, что это прям супер что-то для меня сильное. Я, наверное, буду продавать символ фатальности, я не знаю. С рандом крафта пока ничего не падало нормального. Ну, конечно, расщедрились. Интересно, на других серверах такая же акция в Новый год. То есть очень много дали. 200 кл монеты, сундуки. Но я так понимаю, что в целом тут не очень много игроков играет. То есть, если по локациям смотреть, то очень много стоит в долине Безмолвия, в районе Нахниста, становятся такие, наверное, мейнстримовые локации. А в целом, вот, например, в той же Круме, тут очень мало людей. Дальше, наверное, в долину ящеров пойду, но это уже потом посмотрим. Написано, что на 76 уровень. Ну, также тут есть каждодневные сундуки, набор поддержки Сайхи, подарок новичка, но это раз в 7 неделю. Ой, раз в 7 дней, раз в неделю. Донатить я сюда еще не донатил, так что... Если бы донатил, конечно, я бы набор развития покупал, набор покровительства. Как бы даже смысла донатить не вижу с такими акциями, с такой щедростью. Хотя это, конечно, все лучше, чем не то, что донат в эссенции на официалке. Там донатить надо просто хотя бы, чтобы мобов бить стоять. Не то, чтобы персонаж прокачивался. Там донатить надо уже на то, чтобы просто персонаж стоял, бил мобов. Вот мана быстро сгорает. Шестая прочела, третья талисман Евы. Вторая шпинель. Но опять же, будем над этим работать. Постараюсь все-таки проблему маны пофиксить. Блять, ебаный телеграм. Ну что ж, как-то так, первый ролик в новом году. Подписывайтесь на Twitch, на YouTube. Будет приятно.